Анна Федорова сегодня ведет урок биологии. В образ учительницы девушка вживалась больше 2 недель. Работала над темой вирусов, готовила таблицы, конспекты, презентации. Хотела максимально доступно преподнести сложную тему. Это очень приятно быть учителем и руководить всем процессом. Мой педагог биологии, классный руководитель 9 Б-класса Галина Алексеевна Стуколкина. Она очень грамотный человек, и она именно привела мне этот интерес к биологии. И я очень за это ей благодарна. И сегодня это было честью заменять ее. Ученики для нее дети, хотя младше всего на 2 года. Еще в детстве Анна с сестрой играли в школу, представляли себя учительницами. Провести урок в реальном классе было настоящей мечтой, которая сегодня воплотилась в жизнь. Арина Храпова ведет урок географии, работает с 5-классниками. Непривычно, необычно. Они удивлены. Я думала, что реакция у детей будет совершенно другая, что они как-то будут относиться как к другу, да, начнут что-то там расспрашивать не по теме урока, но нет, они относятся действительно серьезно, как к учителю, как к педагогу, даже на «вы». День самоуправления в 3-й школе в самом разгаре, учителей на уроки не пускают. Для них подготовили конкурсную программу. Все организовывают старшеклассники. 5 станций, на каждой свое задание. Проверяют находчивость, знания, умение импровизировать и командный дух. Очень интересно, прекрасно, так все строго, серьезно. Да, на полном серьезе, и дети прям настоящие учителя. И они от этого удовольствие получают. И я думаю, что учителям тоже, конечно, это очень понравилось. Отдыхали, настоящий праздник. Что видно, что ребята хотели доставить нам массу удовольствия. И как преподаватели на своих уроках заменяли, когда они нас отнеслись к подготовке очень ответственно. А вот такое вот мероприятие, как сейчас это вот эстафет, вот это какой-то поезд, или как это мы это делаем, игра по станциям, для нас это вообще в новость. Ну и мы каким-то образом вот в детство, что ли, вернулись. Мы им за это очень благодарны. Завершает День учителя праздничный концерт. Каждый класс внес в него свою лепту. На сцене лучшие номера и искренние поздравления. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».